высокой музыки. Благословение земли рождались строки и ноты, что исполнили любви. И возвращался я к своим истокам, чтоб силу духа укрепить своим. За все, что не успела, прошу прощения. Я к вам на суд несу плоды свои и сущему земному посвящению. Вам посвящение, зрители мои. Посвящение, так назвал свой авторский концерт, чудесный музыкант, удивительный музыкант, композитор, поэт, исполнитель, гитарист, виртуоз Алексей Скрипник. Сегодня Алексей выносит плоды своего многолетнего труда, труда, исполненного вдохновения, полета фантазии, открытий, результатом которого стали чудесные романсы, прекрасные песни, инструментальные произведения. Они освещают, они согревают подобно свечи. Музыка и слова Алексея Скрипника. Романс «Свеча». Встречайте, лауреат международных конкурсов Алексей Скрипник. Это стало
благословением земли, а может быть даже благословением неба. Благословение земли исполняет Алексей Скрипник. Святая музыка любви, высокой степени блаженства, благословение земли, небесеханное венство. Благословение земли, небесеханное венство. Просто так бывает, кто так вам мечтает написать, решать силуэт. День был очень светлый, а в закате медный, и на сцене белый, светом золотым стал земли единым, бесконечно милым и таким невинным и простым. Цветок невидимой души, порыв мелодии струны, все это тонкие, все это тонкие, все это тонкие черты. Просто так бывает, кто так он мечтает написать, решать силуэт. День был очень светлый, а в закате медным, и на сцене белый, светом золотым стал земли единым, бесконечно милым и таким невинным и простым. Вальс любви в исполнении Алексея Скрипника. Вальс дрожащих струн, ночью снувших лун, скрипки, тихий стон, я в тебя влюблен. Дождь, бродяга, блуд, свет богинь зовут, нежный запах роз, слов приятных грез, птицы плавный взгляд, голос твой поет, яркий солнца луч, блеск зеркальных туч, книга, том стихов, край забытых снов, стрел любви ожог, все придумал Бог. Вальс дрожащих струн, ночью снувших лун, скрипки, тихий стон, я в тебя влюблен. Солнышко, солнышко, солнышко.
что люблю тебя, горю тобой земной душой, моей судьбой. За чувства вдохновенно я в жизни света рождена, ла-ла-ла, рождена, ла-ла-ла. Где ты и я связали верты, единство мира и вселенной. Садка лежит, ветви плюс я, молясь и чувства мне забыл, не забыл. Звучат любви колокола, звучат любви колокола. Солнышко, 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 люблю тебя, горю тобой земной душой. Моей судьбой. Талант всегда многогранен. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Алексей сочиняет музыку и стихи, обладает организаторскими и лидерскими способностями. Еще юношей он создал камерную группу «Анталикс». Ну и, конечно же, Алексей рисует. Он занимался у выдающегося народного художника Беларуси Леонида Дмитриевича Щемилева. Подавал большие надежды, он мог бы состояться как художник. Но эта гитара, она так притягательна, она так завораживающая. Сколько энергии в ее звуках. Вот и завладела она сердцем Алексея. Но благодаря мастеру, народному художнику Беларуси, известному живописцу Леониду Щемилеву, Алексей по-иному научился видеть мир и по-иному писать стихи. «Нарисуйте портрет». Этот романс Алексей посвящает участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся живописцу, художнику Леониду Щемилеву. Нарисуйте портрет на зеленой траве, где путь звезд и рассвет на зеленой траве. Тишина во сне, путь увенчан судьбой, свет зажегся во мгле, я навеки с тобой. Ах, оставьте меня на зеленой траве, открываю глаза на подушек огни, закрывает лучи, нам поет соловей эту душу болей. Загадайте, друзья, на великой горе, чтобы встретились мы в нашей старой горе. На палитре души написали рулет, и в зеленой тиши появился
меня. На зеленой траве открываю глаза, на нашем дне дым потухших огней закрывает ночи. Нам поет соловей эту душу полей. Увидев гитару 1802 года, прикоснувшись к ее струнам, сыграв на ней, 17-летний Алексей написал романс о гитаре. 17 лет было только ему, но сколько мудрости и сколько поэзии в этом произведении. Романс испытал признание временем, ему уже 20 лет, и сейчас он звучит для вас. Романс о гитаре исполняют Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Придумал сердца утешали, ты подруга души неземная, перламутром блестишь угасая, семиструнная лика чевая. Много слов своей жизни сказала, достойная духом гитара. Ворона служила исправно, по наследству пришла. Старинный вечный миг гитарных струн мотив, случайных слов порыв, закат чудесных нив, старинный вечный миг. Звуки слиз годами столетий закружились в мелодии песни. Лентой пламени меркнет костер, пеплом угольным дымкой озер. Вместе с ней романс напевая, та подруга души неземная, перламутром блестит угасая, семиструнная лика чевая. Гитарных струн мотив, случайных слов порыв, закат чудесных нив, старинный вечный миг. Гитарных струн мотив, случайных слов порыв, закат чудесных нив, старинный вечный миг. Романс «Полет играющей фантазии». Полет играющей фантазии, открыт мелодией души, возрастных воспоминаний. Уносит крыльями любви, уносит крыльями любви, любви. Уста чудесного полив,
пыль порыва, а сколько сердца познают, а сколько сердца познают. Одна мерцающая даля, подруга белая росы, растает облако мгновенья путем несбыточной мечты, путем несбыточной мечты, мечты. Уста чудесного полива восторгом света отдают прощальный свет судьбы порыва, осколок сердца познают, осколок сердца познают. Я так грущу, признаться откровенно, душа моя витает в облаках. Я так люблю, так искренно, откровенно, вся жизнь моя у вас в руках. Просты слова, открыто вдохновение, и сна пришла веселым минутам. Зачем люблю? Изысканное рвение молитвы к тех устам. Зачем грущу, пытаясь незаметно, почти совсем разрушив свой покой, раскрыть любовь наивно, безответно, судьбу свою прожить с тобой. Ко мне пришла печальная разлука, единство мысли женского тепла. Душой люблю, невиданная рука, о чудо ты ко мне пришла, я так люблю. Алексей. Артистка, которая неоднократно выступала с Алексеем на сцене Белгосфилармонии, считает Алексея очень обаятельным и талантливым. Она буквально влюблена в его творчество. И при всем богатстве выбора заслуженная артистка республики Надежда Микулич непременно будет выбирать те песни, которые написал Алексей. Итак, романс «Березка» прозвучит в исполнении автора. Не знаю, кто это легендарный ансамбль «Веросы». Действительно легендарный. И этот человек со мной идет по жизни очень долго. И этот романс исполнялся во всех залах и в Государственной филармонии. И вот сейчас я попробую спеть «Без надежды не будешь» для вас. Поддержите меня, пожалуйста. Березка видными кистями
под небом бьется ветерком. Не описать ее словами, как ведь чудо за окном. Не описать ее словами, как ведь чудо за окном. Щебечут птицы, напевая романс забытых давних лет. С деревьев капли опадая, писали красочный портрет. С деревьев капли опадая, писали красочный портрет. Весной сады цветут роскошно, весной щебечут соловьи. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. Озера снежными ручьями по бережкам спускались вниз. Там солнце нежными лучами обогревало всех на бис. Там солнце нежными лучами обогревало всех на бис. Под снежник с добрыми глазами раскрыл улыбкой лепестки. Пыльца раскрашена словами, листья льет две строки. Пыльца раскрашена словами, листья две строки. Весной сады цветут роскошно, весной щебечут соловьи. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви.
И в этом году он отмечает 20-летие своей творческой деятельности. Мне хотелось бы рассказать вам немножечко о его творческом пути. Алексей Скрипник – композитор, поэт, музыкант и исполнитель более 100 произведений, лауреат международных конкурсов, дипломат Фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат премии Белорусского профсоюза работников культуры в сфере культуры и искусства в номинации «Эстрадное искусство», член Белорусского союза музыкальных деятелей. Известен в Беларуси и за рубежом как автор романсов и песен, инструментальной музыки, яркий мастер игры на классической гитаре в стиле фламенко. Лауреат множественных конкурсов и фестивалей. Он с успехом представлял свое творчество в Польше, Англии, Германии, Бельгии. В 2000 году белорусский творческий коллектив, в составе которого как участник и конкурсант выезжал Алексей Скрипник, тогда стал лауреатом второй премии среди 48 стран мира, участвовавших во Всемирном фестивале в Великобритании. На фестивале также состоялась первая презентация авторского альбома. Алексей Скрипник – автор множественных творческих проектов. Его первый авторский концерт «Поговорим» состоялся в 2001 году в Молодежном театре «Эстрады» в связи с представлением камерной группы «Антарис». В 2008 году в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоялся второй авторский концерт Алексея Скрипника, где зрителю был представлен уникальный проект «Благословение Земли», посвященный десятилетию его творческой деятельности. Проект «Благословение Земли» имел широкий резонанс для общественности и на странице центральной газеты «СБ Беларусь сегодня», «Минцентарь», «Структура» и другие. Третий творческий проект «Посвящение» был завершен композитором, поэтом, музыкантом, исполнителем Алексеем Скрипником в 2010 году и с большим успехом презентовался на сцене Республиканского дворца профсоюзов в городе Минске. Такой огромный список. Новый четвертый авторский проект «Огонь сердца» успешно прошел в концертный зал города Минска. В конце 2009 года Министерство культуры Республики Беларусь присуждает Алексею Скрипнику государственную стипендию деятелей культуры и искусства на 2010 год для осуществления нового творческого проекта «Испанская фантазия» из трех этапов работы. В апреле 2010 года Алексей Скрипник принял участие в республиканском конкурсе молодых талантов «Зорко узошла на Беларуси» в номинации «Авторская песня» и по решению жюри был награжден дипломом лауреата конкурса. Алексея Скрипника неоднократно горячо принимала витебская публика на концертах мастеров искусств Беларуси в Международном фестивале искусств «Славянский базар Витебский». В 2010 году Алексею Скрипнику присуждена премия и присвоено звание дипломанта с вручением свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 7 марта 2013 года Алексей Скрипник отметил 15-летие своей творческой деятельности успешным авторским концертом «Посвящение». В октябре 2013 года Алексею Скрипнику присвоено звание лауреата премии Белорусского профсоюза работников культуры в сфере культуры и искусства в номинации «Эстрадное искусство». И вот в этом году 20-летие творческой деятельности Алексея Скрипника. Наш концерт, авторский концерт Алексея Скрипника. Композитор, поэт, музыкант, исполнитель и ко всему еще виртуозный гитарист, который один из немногих в нашей стране владеет техникой игры в стиле фламенко. Итак, сейчас прозвучат инструменты.
монументальные авторские произведения и аранжировки Алексея Скрипника в стиле фламенко-фьюжн. Встречаем лауреат международных конкурсов, дипломат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Алексей Скрипник.
чтобы энергетические потоки сошлись в одном месте и в одно время. И чтобы звезды на небе встретились так, чтобы осветить путь новой звезде. А еще очень важно, чтобы на пути встретился человек, слово которого благословит и вдохновит, убедит, что талант на правильном пути. И вот таким человеком для Алексея стал народный артист Советского Союза, наш знаменитый песняр Владимир Георгиевич Мулявин, который услышал его произведение и благословил на творчество. Очень важно, чтобы через годы мы могли вспомнить, какое же это было слово и кем оно было сказано. А мы все еще ищем. Так назвал свою композицию Алексей и посвятил ее памяти Владимира Мулявина. Thank you.
Есть на нашей земле, синёкой Беларуси, особый уголок, где озёра более синие и глубокие, где пишется и мечтается как-то по-особенному. Это Брославщина. Именно Брославщина вдохновила Алексея на цикл новых инструментальных произведений о родном, о родной земле, о родной Беларуси. «Гора любви» – так назвал композицию автор. Исполняет Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Для наших любимых дам, самых красивых на свете, на нашей родной, синёкой Беларуси. Для вас. Thank you.
сейчас, внимание, премьера. Впервые прозвучит первая часть концерта для гитары с оркестром «Ангел сердца». Исполняет автор. Алексей Скрипник, «Арабская», исполняет автор. Все женщины, которые здесь, в этом зале, пожалуйста, поддержите меня, у вас большой праздник. И, конечно, я сейчас зажгу очень сильно, и мы с вами согреемся в танце, который называется «Арабская».
Алексей Скрипник, танец «Армик». Исполняют Алексей Скрипник, Анна Навойчик и Егор Косяков. Я перевожу. Целуй меня крепче.
Однажды июльским вечером на Прославщине Алексей увидел падающие с неба звезды. Это был настоящий звездный дождь. Так и родилась одноименная композиция «Звездный дождь». Алексей Скрипник, Че Гевара. Thank you.
Хотя и скрипника неоднократно горячо принимала публика на концертах мастеров искусств Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Тогда было исполнено его популярное авторское произведение «Самбо адажио». И сейчас оно прозвучит для вас.
принимали участие Алексей Скрипник. Сияла звезда любви, счастья, благополучия. У меня есть самый любимый родной человек. Это моя мама. Скрипник Ирина. Здесь в этом зале присутствует мой отец, скрипник Валентин Иванович. Музыка, которую я играл, она дана мне свыше, и я дарю ее вам с большой любовью и благодарностью за то, что вы пришли в этот прекрасный вечер на этот концерт. Спасибо вам большое. С праздником, дорогие любимые мамы, дорогие женщины. Я надеюсь, что огонь сердца Алексея согрел сегодня вас. Спасибо вам за горячие аплодисменты. Наш сегодняшний вечер праздничный вела удивительная, прекрасная актриса-ведущая Русского театра государственного Елена Пастревич. Еще раз Алексею Скрипнику.